Вот мы сейчас из С3 пытаемся посмотреть, как там в ВИПе люди себя чувствуют. Вот, все было видно, да? Вот она сцена. И на разных концертах по-разному всегда ставят эти стулья. Просто именно вот это вот ВИП-4 сейчас, видите, он под углом сделан. Но везде, видите, везде, как правило, подъема его нет. Там, если даже он есть, то он очень маленький. Практически его нет, вот здесь вот видно, вот. Я не вижу никакого подъема. Вот другие ВИПы. Ну вот, ну тут нет никакого подъема. И вот самые крутые, видите, тут обычные стулья, вот они стоят, ВИП. Это самый крутой ВИП, считается. У сцены близко. Вот так вот он выглядит, вот такие вот стульчики. Они просто не пластиковые. И близко будете сидеть у сцены. Такой вот ВИП. Надо просто сзади сейчас все снять. Будет тогда видно четко насчет подъема.